годами эти песни не ушли в забытье, а наоборот обрели еще большую популярность, ведь именно в строчках этих песен отражена целая эпоха, в которую жили наши родители, бабушки и дедушки. Отрадно, что на фестиваль пришли не только пожилые люди, но и молодежь. Мелодии 60-х, 70-х, 80-х годов. Это песни, которые мы пели, когда были молодыми. Вот сидят мои сверстницы. Они очень рады, что собрались в этом зале. Потому что сам поселок пригородный, близко к Актюбинску. И все в этом приятном зале сюда собирается народ. Недавно, месяц тому назад, только здесь был концерт. Часто, в общем, духовно богатые люди, очень веселые. Всем поселкам Акжар мы собрались на этом ретро-концерте. Нам было очень интересно послушать песни, которые слушали наши предки, наши бабушки, дедушки. И поэтому мы собрались. Большое спасибо организаторам за этот концерт. Послушать песни середины прошлого века собрался полный зал в местном доме культуры. Концерт явно пришелся по душе жителям. Для более полного погружения в атмосферу тех лет исполнители выходили на сцену традиционно для 60-70-х годов одежде. Подобный фестиваль в нашей стране проводится уже 10 лет. Проект республиканский, инициатором которого стала Майра Ильясова. И мы приняли решение провести его у нас. Мероприятие организовали в рамках реализации программы Ельбасы Рухани Жангару и посвятили 150-летию города Актобе. Все эти песни мы неоднократно слышали по телевидению в исполнении известных личностей. Теперь же их поют простые сельские жители. Особенностью является то, что исполнители выходят на сцену с проводным микрофоном. Популярные и всеми любимые песни исполнили жители сел Акжар, Богицай, Дон, Копас, Сарысай, Табантал, Тасуткель и Тасай. Николай Сырбов, Аманжолайт Магомбетов, телеканал Актобе.